Святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности, в Анапе прославляли с самого утра. При поддержке администрации управления культуры и сотрудников роты ДПС празднование открылось крестным ходом. В храме преподобного Серафима Саровского собрались прихожане, анапчане и гости курорта на крестный ход. После благословения настоятеля храма отца Александра более 200 человек вышли на улицу Владимирскую. Шествие проследовало до часовни Осии Пророка. И здесь развернулось главное действие – молебен. Под колокольные перезвоны процессия выдвинулась конечно пункту крестного хода – театральной площади. Здесь с утра работали книжные выставки. Жители и гости курорта познакомились с уникальной выставкой православной литературы, которую организовали сотрудники библиотеки святых Кирилла и Мефодия. Библиотека работает на базе храма преподобного Серафима Саровского более 15 лет. Солидную коллекцию православной литературы представили сотрудники центральной библиотеки. Завершился праздник концертом, который длился более 2 часов. Именно здесь творческие коллективы города-курорта еще раз показали – само слово – лежит в нашем славянском творчестве.